Каждую среду всеми любимый доктор-клоун приходит в детское отделение Видновской районной больницы с единственной целью – приблизить день выздоровления каждого маленького пациента. В доктора с особенным лекарством влюблены не только дети, но и весь персонал клиники. На этот раз дети окунулись в жанр комедии «Дель Арте» и даже сами приняли участие в представлении. Аплодисменты, едем, едем, едем! Молодцы, 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 молодцы! Во время представления мастера в фойе собираются не только дети и врачи, но и близкие, для которых так важно, чтобы их ребенок улыбался. Детишки, которые скакали и резвились здесь, и участвовали вот в той программе, в той игре, ну, по ним же видно то, что они радостные, и то, что они сейчас, не у всех мамы с папами здесь были, они будут захлеб рассказывать о том, что произошло. После представления в фойе клоун Алекс зашел в каждую палату, чтобы лично поприветствовать ребят, которые не смогли побывать на спектакле. Юные пациенты рисовали, читали стихи, играли и даже пели. В нашем порту люди с мешками на спинах в поту. Солнце не друг здесь. Маша Кукушкина поступила в больницу лишь на днях, но вдохновленная встреча с Алексом успела изобразить в карандаше портрет клоуна. Он добрый, веселый, хороший очень. И мне кажется, он хочет, чтобы детям было весело всегда. Проекту уже 2 года, и за это время в детское отделение поступило множество ценных подарков от волонтеров. Так необходимое отделению инвалидное кресло, а еще крупная бытовая техника, посуда, игрушки и многое другое. А это говорит о том, что проект развивается, и отделению готовы помогать добрые сердцем люди. Мы растем, друзей у нас становится больше. Всем деткам мы желаем выздоровления, чтобы не болели. Детское отделение у нас работает, так что вы не волнуйтесь, оно не закрывается. И не закроется никогда. Клоун Алекс уже готовит новые и интересные программы. И не только в стенах больницы, но и с приходом тепла во дворе лечебного учреждения. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ.